Так, ну вы помните, что я 24 минуты назад уже пост вот этой картинкой. И Азов опять ее не видит. Вот если ты не видишь, можешь просто взять видео, что ты не видишь. И что это просто моя тут картинка. Можете ее использовать, например. Можно приблизить, например. Ну или что-нибудь ее использовать. Ну а что прикольно. Кому-то же понадобится картинка. На что? Кстати, покажу оригинальную картинку, которую я использовал. И вот эта картинка. И, короче, я просто вот этого кота взял. Я потом вырезал. Ладно, я потом взял более ровный глаз. И потом решил ему добавить кепку. Вот так у меня получилась аватарка. Ладно, я не вырезал, я просто ее вот эту вот. Сейчас, например, как покажу, как это было. У меня нет видео, поэтому я покажу на примере. Вот смотрите, я беру ручку, беру мне нужный цвет. И как и пытаюсь вырезать вот так вот примерно. И я так очень долго делаю. Я начинаю так делаю, короче. Ну, короче, например, покажи, типа, видео, типа, что у тебя мне ничего нет. Это, вот реально, я вот все вижу, вот видишь? Это мы потом в бане применять. Вот этот помню, я выкладываю видео. Типа это вот уже будет, наверное, не шорт. Уже идет уже больше минуты. Ну и ладно. Зато хотя бы ты зов поймешь. А то я постоянно делаю шорты. Ладно, вот такое видео, всем пока. Надеюсь, что у меня скоро будет 1000 подписчиков. Я вот 3 хочу. Хочу, чтобы это видео было хотя бы 5 лайков. Всем пока. Адьос, очкос.